Ребята, всем привет, всем доброе утро. У меня тут немножко такая спешная суматоха, не знаю. В общем, я сегодня собираюсь поездочку. В общем, у меня сегодня день такой на домашний собраться, все сложить, все купить, все, что нужно. Да. Еще сегодня поедем забирать вместе с вами камеру. Заказала экшен камеру. Да. Вот. Так что сегодня такой день собирания. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Я уже поставила стирку, чтобы она успела высушиться. И сейчас уже написала. Вчера вечером написала себе список. У меня получилось 4 страницы там, что надо именно собрать, что купить, там какую технику собрать. В общем, куча всего написала. И сейчас это все. Тёма гоняет. Сейчас это все делаю. Мне надо еще занести ноутбук в ремонт. Я вроде позвонила, они сегодня работают. Надеюсь, что если мне скажут, что они сегодня его сделают мне, то я отдам. Мне нужно, короче, я перестала работать. Разъем там, где наушники, в общем, не работает. Так что да, так что сейчас я уже оделась, собралась, готова выходить. Сначала иду в ремонт ноутбуков. Потом идем мы с вами в аптеку. Надо купить таблетки. Потом в Еву. Надо скупиться там шампунем, гелем. В общем, скупить все, что нужно будет для поездки. И потом еще ВТБ. Нужно будет купить тоже всякой еды с собой. Вот. Все. Это пока что мой план. Потом возвращаюсь домой. Нужно будет достать чемодан. И будем с вами упаковать его. Вот так. Вообще, ребята, я уже дома. У меня уже успела побывать Оксана, мы успели попить чаек. Я там уже... Ой, попачкался браслет уже. Я уже успела приготовить картошку. В общем, ноутбук мне, короче, не сделали. Там, короче, очень замороченная, оказывается, проблема. И, типа, надо там надолго оставлять ноутбук, ну, в сервисе. А у меня нету, потому что я еще совсем завтра вот уезжаю. Времени нету. Поэтому сейчас буду... Мне там предложили несколько вариантов. Сейчас буду искать в интернете, может быть, получится все-таки, чтобы у меня наушники работали. Но я уже зашла в магазин и сейчас покажу вам, что я с собой, ну, точнее, что я купила, такого сладенького, что я с собой беру в дорогу. Вот купила Орео вот такое. Упаковку тут очень удобно, то, что, знаете, типа, ну, в маленьких упаковочках, там, положил в карманчик. И там даже на той же горе можно покушать. Вот, еще взяла вот эти солененькие. Потому что я сладкое не особо люблю. Я решила взять типа такие сухарики. Вот. Но сладкого тоже немало. Взяла Твикс, Баунти и два Китката. Потом у меня еще тут дома есть ММДМС, Лайн. Вот, жвачку еще взяла. На самом деле мы еще с папой будем заезжать именно закупаться уже перед отъездом, насколько я знаю. И он там уже много и так купил сладости, поэтому я так, типа, по минимуму именно так себе, знаете, чтобы всегда было что-то рядом. А, ну и еще я зашла в аптеку, типа, купила его проб и спазнула. На всякий случай, такой, типа, от головы, знаете, чтобы было. Вот. И как бы все. Сейчас я иду дальше готовить курочку и ну, и пюрешку доделаю. И все. Чемодан мы будем с вами собирать чуть позже, уже вечером, когда я вернусь домой. Может быть, даже и завтра, но не знаю, сейчас посмотрим, как пойдет. А сейчас я доготовлю кушать, соберу, поеду к Андрею и поедем в магазин за экшн-камерой. Я вас не узнаю.
Сначала ребята выбрался из дома. Да. Выгляжу, конечно, не очень, но зато мне очень тепло. На улице сегодня очень холодно. Сейчас я иду к Андрею и за камерой. Так что как-то так. Побежим. Уже на самом деле 6 вечера. Смотрите, как замело. Все в снежке. Снежок идет. Ветер сильный дует. Это я. Вот. Видите, как момент я, потому что ветер очень сильно дует. Как-то так. Когда ты вышла, я пройдет. Все. Камера у меня. Только я сейчас заказала, в общем, с ноутбуком там не получилось. Они отремонтировали, мне сказали, что мне можно купить его переходник специально для наушников. В общем, я его опять заказала на ответке, но в этом магазине, короче, нету. Поэтому я сейчас поеду на Петровку. В общем, ну, спрашиваю еще один магазин на ответке. И там есть наличие, и тоже заберу его. Так что ура! Приеду домой, вам покажу. Все, побежать дальше. В общем, вот такие две чеки. Я уже второй заказ не забираю. Вот такая, такая розетка. Мне куда-то туда надо. В общем, все, забрала. Теперь мне там две штучки. Домой вам все детально покажу. В общем, ребята, уже поздняя ночь. Да, я приехала наконец-то домой. Вот мои покупочки. Но я сейчас быстренько бегу спать. Потому что на самом деле очень поздно. А завтра будем утречком собирать чемодан. И я вам покажу, что я купила. Идемте. В общем, ребята, я только что засняла распаковочку камеры. Так что будет отдельное видео. Я думаю, оно выйдет раньше. Вот в такой коробке было. Вот такую я заказала себе экшн-камеру. Это, конечно, не GoPro, но это как по отзывам, то, что я почитала, по характеристике я посмотрела, это лучшая бюджетная камера. Ну, как бы. И проверим ее уже в действии. Посмотрим, что будет. Но она мне нравится. Она такая матовая, приятная, но вообще, вообще класс. То, что матненькая, не знаю. Прикольно. И я рада, что я заказала белую. Кто черная, слишком мрачная, знаете. А так беленькая. Знаете, черненькая. Как-то позитивнее смотрится. Вот. Аквабзор, все такое. Да, сейчас покажу вам. Вот. Сколько тут всех деталек в наборе. Так что да. Сейчас пытаюсь улучшить свое качество видео, контент. Все пытаюсь улучшить. Так что, ребята, поддержите меня, пожалуйста, лайком. Ох, я надеюсь, что у меня все получится. Видите, в этом году какие-то прям такие покупочки именно для канала. Да, так что ждите видео совсем скоро. Когда это видео будет, я уже 100% в Лукавеле буду, потому что уже сегодня как бы я собираюсь и уезжаю. Видео еще не будет смонтировано, потому что еще не выложила видео с Нового года в это время. Как бы да. Вот. Сейчас я вам еще покажу. Я вам говорила, что ноут, короче, меня так и не отремонтировали, потому что там слишком долго. Вот. Но мне посоветовал, что можно купить переходник типа USB, видите, от наушников к, ну, просто к обычному USB кабелю. Вот. Я надеюсь, что он работает. Так что вот такой вот. Буду пока что пользоваться таким способом. Потом уже, возможно, когда будет больше времени, я то дам ноутбук на ремонт нормальный. Вообще, на самом деле, мне надо кардинально там ремонтировать ноутбук. Но я не хочу этим заниматься, потому что хочу приобрести новый. В общем, и поэтому не вижу смысла вкладывать те суммы, которые у меня за него говорят, ну, в него. Он не тянет ничего, сейчас не мою программу редактирую, ну, ничего. В общем, его надо менять. Так что будем стремиться еще к новому ноутбуку, чтобы еще больше качества улучшить. Я просто сижу, и мне местные свои пижамки. Так мило. Вот. В общем, камеру я вам, ребята, показала. Сейчас немножко прибираюсь. И сейчас уже с вами будем начинать собирать чемодан, потому что на часах уже час дня, а мне надо хотя бы часов 6 уже выйти из дома. И сегодня как бы, ну, по нашему украинскому календарю Рождество. Да, мы празднуем наше число 7 числа, типа по православному календарю.
Вот. И поэтому сегодня должна быть постный ужин, в общем, еще наготовить надо будет. Вот. Еще все зарядить. Камеру сейчас тоже надо будет поставить на зарядку. Ноутбук на зарядку. Пауэрбанк на зарядку. В общем, все надо будет зарядить, чтобы все в дороге работало. Посмотрим, как это все будет. Еще надо придумать, как камеру упаковать, как ее вести. Не буду я ее вести в этой. Хотя, может быть, и буду. В общем, я не знаю. Сейчас будем это все упаковать, ребята. Поддержите меня просто лайком. Я вас прошу, я вас так люблю. Да. В общем, ладно, все, наговорила с вами тут опять надолго. Длинный влог. Извините. Все, побежали. В общем, ребята, я тут начала наконец-то собираться. Видите, у меня сзади кошмар, под мой чемоданчик. Вот. Я его, конечно, разложила. И вот куча вещей, которые я сейчас буду упаковывать. В общем, я не знаю, что мне сейчас тут нужно, что нет. Ну, как бы тут все, то, что мне нужно, сейчас я сложила. Но я сейчас буду смотреть еще. Блин, так плохо света светит. Ладно, сейчас, секунду. Вот, у меня еще много техники. Я сейчас буду смотреть, просто постепенно складывать. И все будет зависеть от того, что влезет в чемодан. Если вот эти все вещи, которые тут лежат, сейчас я вам показала, все влезут, то отлично. Но мне надо еще учитывать, что у меня там ноутбук, в общем, одна банка, вторая, ну, в общем, еще еды немножко, но всякое вот это все надо учитывать. Поэтому сейчас буду складывать и постепенно уже понимать, что влазит, что нет. Потому что я беру теплую пижамку, да, но она очень объемная. Так что самый как лыжный костюм, он очень объемный. Но обычно я сейчас выделяю, видите, вот этот отсек, там, где, который с ремешками. Я его всегда выделяю именно на лыжный костюм, потому что он его полностью занимает. Вот, так что сейчас будем смотреть и складывать. Погнали. В общем, ребята, сейчас будем вместе с вами начинать собирать чемодан. Ой, это я сейчас только соберу одежду, а потом буду еще заниматься техникой. Ой, это так все. Как-то долго. Ладно, давайте приступим. Сначала со штанов. Видите, раунд-два, и костюм уже занял все место. Просто. А теперь еще столько одежды, такой кучу нужно себе не давать. Чувствую, что все не поместится. Кстати, обычно в этот объем я ловлю все ноги, потому что я научился с этой стороны подкладка, ну и с другой стороны. Главное, надо закрыть. Ремнями. В общем, ребята, мне ничего не помещается. Может, потому что тут как бы немного одежды осталось. Но не забудьте. Носочки, белье нужны. Но мне тут все. Одна косметичка, вторая косметичка. Ой, боже, подожди, сейчас только все. Поэтому я
сложила его примерно, еще не все положила, ну, так, взяла все эти коробки от камеры, в общем, все, чтобы проверить закрытие. Ну, в общем, видите, он не закрывает. Хорошо, вот можно не говорить, да ладно, если нажмешь, и он просто, смотрите, какой там корм, он не закрывает. Он даже вот... Это капец какой-то. Я все вместила, в принципе. Но просто не закрыла. Не знаю, все что-то буду придумывать. Я так уже решила, что я еще рюкзак возьму. Все что-то буду. Да, мне так нужно просто. Ладно, ребята, смотри, чижу себе попробую. Мне так уже жарко. Фух, кошмар. У вас тоже так бывает? Или только у меня такое чудо природы? Сейчас, наверное, просто достану. Просто так бы была уверена, что она была в безопасности. Ну, ладно, посмотрим. Блин. Ой, черт возьмите меня. Теперь только салочку сложить. Потому что я только и примерно сложила. Теперь осталось. Ой, все сложить реально. Вот видите, как я ноутбук креплю? Просто. И он лежит на мягеньком. Это и тоже с этой стороны я все делаю, чтобы было мягенько. Вот так. Ребята, в общем, я наконец-то собралась. Пока я собралась, видите, на улице уже потемнело. И могу нормально снимать в зеркало. Ну, никак еще не сильно потемнело, но буквально через полчаса вообще будет темно-темно. Вот. Я наконец-то собралась. Просто. Тут написала записку, что взять. Вот такой у меня чемодан вышел. Честно, первый раз закрывала чемодан, сидя на нем. Но он, кстати, на самом деле не сильно такой тяжелый, но очень объемный. И вот такой у меня такой пузатый рюкзак получился. Тут у меня так получилось, что в основном камеры. Камера, расческу взяла объемную туда. В общем, камера, все провода. И еда, которая тоже объемная. Как-то так. Ну и, конечно, кошелек, чтобы доехать. Да, кстати, я сюда буду ехать. Сейчас не прямо уезжаю. Я еду, так сказать, в пункт назначения, где мы все вместе собираемся. Домой. Мы все вместе собираемся. И потом уже. Да, так что мы там еще буквально несколько часов поспим. И отправимся в путь. Кстати, на машине. Не помню, как говорила. Кстати, я не помню, вообще я говорила, я еду в Буковель с папой, с друзьями на машине. Да, вот, все. А то тут рассказываю, куда-то собираюсь, и, может быть, не сказала, могла забыть. Ладно, все, я пойду собираться, надо одеваться, то я хожу до сих пор еще в пижаме такой миленькой. Вообще, ребята, где-то минут уже 40 я тут на кухне и киплю, готовлю. Просто так быстро. Сейчас я вам покажу. Вот только что быстро почистила картошку. Это кальмар вареный. Эти орешки грецкие. Потом скумбрия будет в духовке запеченная. Селедка. Бурячок с морковкой. Это будет, ну, в общем, там разные. Потом покажу. Так, что тут? А, тут узвар. В общем, в духовке там картошка. Вот. Вот тут тоже еще эти. Так что... У нас работа кипит, все делается понемножку, что уже 5 часов практически, и очень мало времени, мне уже скоро надо выходить, уезжать. Угу.
Я же совершенно приехал. Да, ребята, я уже еду. Ничего дальше. Да? Так я так грустненько немножко. Да вот все, праздничный ужин был. И так же надо было собираться вот девять. Немножко грустненько. Ну ничего. Что лучше впереди? Так, пойду. Когда тут снегу иду так. Машина вон полностью забитая, если показать сзади. Уже сейчас 5 утра. Идеальное освещение. Подошучу. Вот смотрите. Из багажный дворик. Ребята, у нас привалочка очередная. На заправке. В общем, пью сейчас чай. Уже покушали, там кафешка. Вот. Вот она. Покажу. Там очень вкусно кормят. Там постоянно останавливаемся, когда ездим. Вот. Сейчас уже мы во Львове практически. Сейчас будем возвращаться. Еще где-то на 3,5 часа, и мы будем уже в Яремч. Да, а сейчас у нас, кажется, это 3 часа дня. Так как-то. Мы, ребята, мы приехали. Вон гостиница сзади светится. Тут еще это. Уже взяли снаряжение, я в себе прокат беру. Такая прикольная качелька вот. Мы тут уже где-то, наверное, год 4-й постоянно в гостинице. В общем, я там потом все потом не расскажу. Сейчас пойдем. Сейчас скажу точно. Сейчас 17:39. В общем, да. И мы пойдем сейчас кушать какой-то ресторанчик. Вот так-то. Ребята, всем большое спасибо за просмотр. Сегодня уже следующее утро. Я сейчас буду начать следующий влог. Да, мы уже заселились. И уже в следующем влоге я вам покажу, где, что и как. В общем, да. И если бы еще. Пока. Yeah.